Получение полиса ОСАГО стало уже синонимом многодневных очередей для водителей Оренбурга. Каждое утро в страховых компаниях, как день сурка, толпы желающих застраховать авто и длинные списки очередников. Сегодня уже решил пораньше пройти с полседьмого. Пришел, и то в итоге 12-й. Искусственно создаваемые очереди и навязывание дополнительных услуг – главные камни преткновения в процессе получения ОСАГО. Страховщики оформлением полисов обязательного страхования занимаются неохотно, ввиду убыточности, и стараются всячески заработать на водителях. В Центробанке дали совет, как не попасться на удочку вымогателей. Рекомендуем подавать заявление таким образом, чтобы было можно было доказать, когда это заявление было подано. В основном мы предлагаем такой путь, как через Почту России или через любую другую почтовую компанию, где можно направить заявление заказное с уведомлением и, соответственно, приложить все документы, которые установлены нормативными актами Банка России. И в этом случае страховые компании не смогут навязать дополнительные услуги. К тому же с 1 января 2017 года на законных основаниях вы можете подать заявку на оформление электронного полиса. И тогда на отсутствие бланков ОСАГО страховая компания уже не сможет сослаться. Есть еще один ход, так называемый период охлаждения. На случай, если вы уже оплатили дополнительную добровольную страховку жизни, например. По некоторым видам страхования добровольного в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, то есть неважно с момента оплаты там, или как, только с момента заключения, можно будет расторгнуть данный договор без потери, получается, страховой премии. После заявления вам обязаны вернуть деньги за дополнительные навязанные услуги в течение 10 дней. Еще один проект, призванный снять напряженность в процессе получения документов ОСАГО – единый агент РСА. При подаче заявления на оформление полиса страховую компанию будет выбирать специальная программа по принципу рулетки. Таким образом, нагрузка между автостраховщиками распределится равномерно. Яна Корчик, Виктор Яковлев, Владислав Горбунов. Новости дня.